Всем бодрого времени суток. Меня зовут Шура, азиатского контента-любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. Сегодня мы будем смотреть, что нам подготовили представительницы женского кей-попа. Думала я, на кого в первую очередь отреагировать, на камбэк мамушек или на камбэк Dreamcatcher, и все-таки остановилась на Dreamcatcher, позже объясню почему. Dreamcatcher — группа из 7 участниц агентства Dreamcatcher Company. Вообще изначально группа состояла из 5 участниц, дебютировали они в 2014 году, и группа называлась MINX. Вот, но в 2016 году компания приняла решение, что к этому составу они добавят еще 2 участниц, и они дебютируют снова в 2017 году уже с тем названием, которое мы ныне знаем. Камбэкнулись они со своим 7-м мини-альбомом. Продолжают они тему апокалипсиса, то есть предыдущий альбом у них был Apocalypse Save Us, спаси нас, а этот мини-альбом называется Follow Us, следуй за нами. Это, в принципе, вся такая коротенькая информация. Да, у девчонок мне импонирует инструментал. Вообще, кстати, почему я решила реагировать изначально на них, В написании заглавки принимали участие Джун Вон, очень почитаемый и уважаемый мной музыкант из группы Гленчек, дважды я на них реагировала, и исполнитель, я не знаю, как правильно ставить ударение, Мадокс или Мадокс, мне кажется, Мадокс, KQ Entertainment, он да участвует в написании треков Atheism. В последнем вот в их альбоме он прям много в каких бисайдах принимал участие в написании лирики, и, кстати, в самой заглавке Горилла тоже он руку приложил. Вот, поэтому мне, если честно, очень нам она не терпится. Ну, как бы, обоих людей этих, которые руку приложили... Да что ж такое, что мы с тобой все никак не подружимся, все деремся и деремся. Как бы, обоих этих я товарищей, которые руку приложили, знаю, слушаю, уважаю, почитаю, вот. Поэтому мне очень интересно, что там будет, чего они там в тандеме натворили. Так что давайте начинать, приступать к просмотру. Хана. Чульсит. Едем. О, мне нравится, как их здесь одели. Ну давай, раздавай. Графончик мне не нравится, какой-то, блин, слишком плюшевый. В прошлом клипе у них тоже такое себе было. Портит впечатление от трека немного. Подъезжает так классно. Yeah.
город классный вообще. Подъезд такой. Блин, гитары классные. А, ну трек Vision, да, называется. Я не сказала ничего про название трека. Ну и да ладно, вы как бы все уже... Это название прочитали, и трек, наверное, уже 10 раз послушали. Ну, по крайней мере, те, кто ждет... Ждал, хотел посмотреть реакцию, по-любому уже слышал сам трек. Так, ну, что могу сказать? Видеоряд у них какой-то прям плюшевенький-плюшевенький. Вот это вот то, что они на хромакее все это дело снимают, прям очень сильно палевно смотрится то, что это все дело на хромакее. Вот... то есть вот в прошлом их камбэке тоже как-то вот они что-то очень сильно хотят всякие шпеш-эффекты делать. Все это как-то киношно, но, блин, пока уровень не дотягивает. И мне кажется, блин, ну если не можете дотягивать еще до уровня нормального, то лучше не беритесь, лучше как-нибудь с меньшим бюджетом. Ну, не знаю, раньше у них клипы были как-то более привлекательно смотрелись, по мне так. Ну, понятно, у них сейчас тема апокалипсиса, это все как бы надо обыграть и визуально показать, да, вот эти все разрушения, города и все такое, блин, ну, не знаю. Глаз, конечно, режет на фоне, ну, как бы, существующих уже групп, которые могут себе это позволить, и у которых это получается хорошо. Вот такого качества контент, конечно, выбивает из колеи немножко, потому что, ну, вот с музыкальной точки зрения девчонки на уровне, определенно, ну, как бы, в... Ну, по мне так, не знаю, это, опять же, только моя личная вкусовщина, ну, как бы, в десятке лидеров, вот именно с музыкальной точки зрения, то есть у девчонок есть свой, ну, как бы, оттенок узнаваемый, свое звучание, то есть, ну, как бы, похожих друг на друга групп, ну, типа, ну, очень много. Да, которые ты вот слушаешь и не можешь понять, это те или это те, как бы, ну, вот, типа, концептуально, музыкально очень много похожих групп. Девчонки выделяются на фоне всего вот этого добра, вот этого, вот этих вот цветов, полей, цветов, клумб, букетов, ну, короче, на фоне большого количества женских групп они очень сильно выделяются. Ну, вот, визуально у меня вопросики. К агентству, естественно. К девчонкам вопросов нету, они здесь выкладываются на все 100%, и как бы с игрой на камеру как бы артистизм, да, свой включают, и музыкальный, и рэпальный, да. Кстати, ну, наверное, эту уже тему все обмусолили, что-то мне только сейчас дошло, что у них вот эта рэперша, которая со светлыми волосами в этом камбэке была, очень сильно Юсана напоминает из Эйтизов. Так, ладно, отступление. По смыслу здесь, вот в прошлом у них камбэке была тема «Спаси нас», то есть, ну, как бы все, мы уже страдаем, апокалипсис случается. Здесь «Следуй за нами», то есть они как бы пострадали вот в том альбоме, получается, а в этом альбоме они уже нашли силы в себе, чтобы как бы нести в массы как посыл про любовь к человечеству, то есть вот мы показываем вам видение, что-то такое, короче, ну, то есть следуй за нами, то есть, ну, прислушайся к нашим словам, что-то такое. И напомните мне, пожалуйста, это у них концепт ведьмочек, да? Я точно знаю, что у них там как-то концепт вокруг их страхов, то есть у каждой там какой-то особый страх есть из мемберов, а что-то как будто бы они же еще и ведьмочки, да, какие-то? Напишите в комментариях, если я ошибаюсь, или если я не ошибаюсь, тоже все равно напишите, что мне знать. Слушайте, ну классно.
Опять же, надо послушать это все в аудиоформате, потому что, как обычно, YouTube очень портит звук, и, ну, как бы, очень сильно, опять же, не хватает низких частот. Это, ну, вот прям самый огромный минус YouTube, то, что низкие частоты он херит просто безбожно. Ни у кого не спрашивая, можно так делать или нельзя. Потому что, ну, инструментал действительно... Как бы в прошлом камбэке мне, по-моему, ну, не так зашло. Мне там какие-то большие бисайдики понравились, нежели чем заглавка. А здесь прям заглавка хорошо. То есть альбом я весь послушала. А с альбомом мне только Fairy Tail понравилось. Вот. Но заглавка мне понравилась больше, чем Fairy Tail. Так что я считаю, это успех. Вот. Так, ну ладно, все с почином меня. Как бы первый раз на девчонок я отреагировала наконец-таки, потому что, ну, как бы дринки, они у меня как бы в список тех, того небольшого количества женских групп, которые я слушаю, входят, вот. Ну, как бы не целиком и полностью я их слушаю, но выборочно какие-то треки мне у них заходят прям на ура. Вот, потому что все-таки вот этот рок-вайб, это, конечно, ну, это мое. Все, это чисто мое. Так, ну все, что, Джунвон порадовал, Мадокс, не Мадокс, как бы он там больше к лирике, да, в лирике принимал участие, которое я, естественно, не понимаю, так что, ну, как бы поверим на слово, что там все хорошо написано, но то, что Джунвончик принимал участие в композиторстве, это, конечно, он молодец. Не знаю, что именно конкретно он внес в этот трек, но... Как бы то, что все хорошо звучит, я буду думать, что Джунвон хорошо много чего туда внес. Все, ладно, давайте. Мои любимые треки у Дримочек. Вот, пожалуйста, можете знакомиться. И на этом, пожалуй, все. Всем спасибо, что смотрели. Пишите в комментариях, как вам камбэк, что понравилось, что не понравилось. Как вы относитесь вообще вот к такому безобразию, когда, ну, очевидно, что денег немного не хватает картинку до ума довести, а они все равно это делают. Неужели мне одно и так это глаз режет, этот вот беспредел визуальный? И на этом все. Всем пока-пока. Забыла, как я должна делать. Ой, господи.